Добрый день, это с вами Плазма 1945, команда RS, Red Squad. И мы тут, короче, летим с нашим... Это фланкер. Его зовут Фланкер, и он летает на Томкатах, на F-14. Крутые самолеты, он сейчас в F-14А, у которого двигатели не такие скоростные, как у Б, но у него дофига ракет. И он заходил на врагов, но к нему подкрался враг сзади, обошел из севера, зашел враг, и теперь зашел к ним на 6 часов, пустил по нему пару 120-х, он от них увернулся, тег вы увидите через несколько минут, тут я покажу все, но фланкер не ожидает, выходит прямо в прямой бой с врагом и пускает ему в рожу М-54 Phoenix Mark 60, она попадает прямо в врага, разлетается на куски. И интересно, что он не только пустил Феникс, он также пустил Sparrow, AIM-7, чтобы на 100% добить. Фланкер разворачивается. Пока что он ушел от двух ракет, выжил и сбил F-16. Мне кажется, это был F-16. Сейчас или его Джестер, или он сам на даталинке засекает под собой врага. Под ним проходит низко F-18. Если интересно, то фланкер сейчас на высоте примерно 40 тысяч футов. Откуда лучше всего стрелять фениксами в настоящий момент, после того, как они изменили в них вектор и скорость полета. Хрен с ним. Давайте работать по этому F-18. Он ползет внизу, да, как краб ползет. Думает, что его не заметят. Не-не, фланкер его заметил, и вот пошла еще одна Sparrow. Фланкер берет его прямо на прицел. F-18 прокрадывается снизу, даже, наверное, не засек, чтобы по нему пустили ракету. Sparrow гонится вниз. Но фланкер не такой человек, который будет доверять одной ракете. Пускает М9 Sidewinder. Sidewinder гонится за врагом. М9М. Попадание Sparrow и попадание Sidewinder'ом. Все, второй подбит. F-18 уже не летает. А фланкер продолжает. Как у него тут дела? Он знает, что к нему с запада подходят два врага, потому что он как раз к ним и летел. Но по дороге он сбил парочку, так что почему бы и нет. Ну что ж, фланкер, что будем делать? Фланкер набирает высоту, потому что, как говорил раньше, после того, как фениксы прокрутили, проапгрейдили, как называется, они теперь летают очень плохо на высоте, меньше, чем 10 тысяч метров. То есть надо забираться как минимум на 12-13 тысяч, чтобы пускать. Это примерно 40 тысяч футов или как минимум 35. Вот наш красавец, что же у него сейчас осталось? Все... Sparrow он уже истратил, у него М9, и у него еще 3 54-х. Выходит напрямую, захватывает врага. Дистанция примерно 35 километров, 20 миль. И пошла первая М54. Феникс летит и набирает скорость. Как видите, Феникс очень-очень агрессивно может летать, если вы пускаете на достаточной высоте. Скорость тоже помогает. Если у вас хотя бы один мах скорости, то это даст... хороший эффект Фениксу для его скорости. Перед ним два врага. Один, кажется, 18 и один 16. Увидим сейчас через несколько секунд на Tech View. Собьет ли фланкер третьего? Конечно, собьет. Сейчас она подлетает. Как вы видите, два врага пересекаются перед ракетой. Уходят налево. Один бросает ловушки. Бросает свою фольгу. Работает рэб. Но от Феникса ему не уйти. Феникс догонит. И прямо в пятую точку. F-18 разорвался на куски. К несчастью, фланкер тоже не выжил. Вот он крутится после того, как он получил 120-ю. Но он, мне кажется, ушел от двух или трех. Сейчас посмотрим в Tech View и все переанализируем. Займемся сейчас анализом полетов. А пока что фланкер молодец. Несмотря на то, что фланкер, ты летаешь на Томкате очень эффективно. Давайте работаем с Tech View. Как видите, фланкер летел на запад из Тбилиси на Growling Sidewinder, и к нему сзади подходит враг. Пуск ракеты 120-я к нему летит в пятую точку. Враг чуть ниже, чем он. 120-я пытается догнать его, но он летит так быстро, что уже 120-й его не догнать. Джестер бросает фольгу, бросает ловушки. Фланкер делает разворот, и вот в этот момент ему повезло, потому что во время разворота он прошел 90 градусов, и сорвалась вторая 120-я, которая летела ему. Ну что ж, фланкер, покажи, на что гораст. Вот его пуск, пошел Феникс, очень близкое расстояние,
и за ней сразу летит Спэрроу, М7. Почему? Потому что нельзя доверять Фениксам, они делают странные вещи после апгрейда. Они летят медленнее и не догоняют все, что надо. Неважно. Что у нас дальше? Вот еще раз Спэрроу пуск, последняя Спэрроу фланкера, и за ней М9 Sidewinder. Разворот. Крутой разворот, но он не потерял так много энергии. У него осталось почти мах скорости и набор высоты. Внизу можно набрать и скорость, и высоту, и он это делает. Полный форсаж, набор высоты до 40 тысяч футов, и пуск Феникса, и пуск второго Феникса. Пытается увернуться от 120-го, увернулся от первой, вторая догоняет и разбивает нашего героя, но он сбивает еще один F-18. Не так-то плохо. Фланкер молодец, игра дня, игра недели, поздравляю.